Երրորդ դրոպեից դիտեք Սամվել Բաբայանի մասին տեսանյութը։ Եվ այսպես ուշադրություն, հարգելի բարեկամներ, հրատա տեղեկատվություն։ Գիշերը Քսենիա Սաբչակը խայտառակել է Ալիևին. Вроде бы мелкий, но говорящий о многом факт. Из конкурса Московского кинофестиваля убрали армянский фильм о Карабахе. I never knew such a sight could also be the face of pain. Чтобы не злить Азербайджан. Это что вообще такое? Российский МИД говорит, что из Сирии в Карабах перебрасывает боевиков, но не уточняет, кто именно это делает. И даже традиционно проармянские пропагандисты, вроде Соловьева или Симонян, в эфирах стараются быть равноудаленными. То есть они как бы за Армению, конечно, но Пашинян сам во многом виноват. Но и для Армении, и для Азербайджана эта земля настолько важна, что весь огромный регион сейчас в заложниках у противостояния двух стран. Корни конфликта уходят в древние времена. В первом тысячелетии до нашей эры эта территория входила в состав Великой Армении. Потом ее завоевывали персы, тюрки, кавказские племена и даже арабы. Так или иначе, ко времени вхождения в состав Российской империи в начале позапрошлого века в Карабахе армянское большинство. Но даже в составе империи армяне и азербайджанцы уживались с трудом. В Карабахе случались погромы. А когда на Южном Кавказе образовались три независимых государства, Карабах отказался подчиняться властям Баку и фактически стал независимым. До установления на Кавказе советской власти. Большевики сначала позволили Карабаху разговоры о вхождении в советскую Армению, ну а потом все-таки передали его Азербайджану. Вот здесь есть несколько версий. Одни говорят, что это решение продавил лично Сталин. Другие, что богатый нефтью Азербайджан просто был для большевиков гораздо важнее Армении, в которой не было никаких ресурсов. Честно говоря, я больше склоняюсь к этой версии. Плюс это такой хороший жест для соседней Турции с молодым Ататюрком во главе. Тогда большевики еще хотели с ним дружить. Весь советский период Карабах копил свое недовольство. Беспорядки на национальной почве происходили в Карабахе даже в те годы, когда советская власть казалась вечной. А уже в 80-е, после начала перестройки, вся жизнь в Карабахе превратилась в одну сплошную разборку. 1987 год. Карабахские и армянские коммунисты пишут Горбачеву требования отдать Карабах Армении. Москва боится. Ну, как бы если позволить толпе менять государственное устройство, зашатается весь союз, нарезанный большевиками так, чтобы внутри республик были нелояльные анклавы. И сделано это было намеренно. Приднестровье в Молдавии, Крым в Украине, Абхазия в Грузии – такие мины, заложенные на потом. Союз, впрочем, и без того начал шататься. Для меня это на самом деле очень личный момент. В 89-м на первом съезде народных депутатов мой отец Анатолий Собчак предложил передать свой мандат депутата Верховного Совета представителю Нагорного Карабаха. Просто для того, чтобы регион был представлен в союзном парламенте. Тогда это был как гром среди ясного неба. И сам лично готов сложить вместе с профессором Денисовым полномочия депутата Верховного Совета, мы оба избраны, в пользу депутатов от Нагорно-Карабахской области. Нас гораздо важнее иметь единство всех национальностей нашей страны и решение проблемы Нагорного Карабаха, чем иметь лишних два депутатских места для Ленинграда. Пока воюют в Карабахе, формально России это не касается. Об этом даже Пригожин пишет. С точки зрения реалполитик, Москва ведет себя явно логично. Смотрите, Россия впервые явно не вписывается на стороне Армении. В Кремле просто считают, видимо, это невыгодным. Все опять как 100 лет назад. Богатый нефтяной Азербайджан важнее по факту бедной Армении. Ну и тем более там сейчас Пашинян, говоря кремлевским языком, вильнул, пошел налево. Так обычно говорит Владимир Владимирович про тех, кто вышел из протестов и начал заигрывать с ЕС. Он действительно в какой-то момент начал заигрывать с Европой и Соединенными Штатами, а Путин такое, как мы знаем, не очень любит. Он любит прямых людей, которые раз и навсегда выбирают русский мир. Так что сейчас ситуация не самая благоприятная для Армении, потому что Россия впервые не будет давать однозначные оценки, а будет лавировать. Ссориться с Азербайджаном Алиева, особенно с Турцией Эрдогана ради Армении Пашиняна –
Кремле просто не хотят. Мне это кажется печальным. Небольшая и небогатая Армения – последний союзник России за Кавказом. Именно она может стать самым ярким примером, что вот эта фраза «своих не бросаем» – это про каких-то других своих, каких-то VIP своих. Является стратегическим партнером, военно-политическим союзником Республики Армения. Армения входит в ОДКБ, в Евразэс, в разные структуры под эгидой, собственно говоря, где Россия играет главенствующую роль. И насколько мне известно, все-таки Россия играет очень серьезную роль в безопасности Республики Армения, обеспечивает определенным образом безопасность Республики Армения. Поддерживаете ли это? И каким вы видите взаимоотношения с Россией в будущем? Какое место Россия должна занимать во внешней политике Армении? Во-первых, я вижу Россию как союзника, но ту политику, которую сегодня ведет Россия относительно Армении, я считаю неправильно, потому что отталкивать Армению от себя – это неправильно. Во-первых, я считаю, что должна быть дорожная карта между ними, двумя этим государством, мы чтобы понимали, какие шаги мы должны делать и какой должен делать Россия. Если этого нету, вот эти бумаги, которые подписывали и так далее, потом говорить, вот, ну, Азербайджан тоже наш союзник, мы же не можем на Азербайджан это и так далее. Этого не надо делать. Надо четко просто ставить. Не то, что перед фактом ставить, потом сказать, нет, мы не можем. А заранее, чтобы было в бумаге, и чтобы мы понимали, вот в этом вопросе Россия имеет нейтралитет, в этом вопросе Россия имеет вот эту позицию. Понимаете, если мы союзники, если мы понимаем друг друга, если мы просто так подписываем какие-то бумаги просто для вида, чтобы там какой-то союз вошли, там войска здесь стоят и так далее. Россия – это главный союзник Армении. Хотим мы этого или нет. Но это не дает россиянам, власти России, чтобы вот вести себя так, как оно вело вот сейчас. Они должны понять, что роли в Южном Кавказе для России потеря горной части Карабаха. И это все может такое получиться, что Армения отойдет от России. А то, что говорят, что мы с Турцией не можем решать вопросы, мы не можем вот эти коридоры, эти все откроем. Ничего страшного. Если подлежать под кого-то, то какая разница, под чей ты лежишь. НАТОвский флаг привези, американский став на границе. Это вы хотите. Это ваши отношения. Это ваш союзник. Мы же не говорим, есть в России такое позиция, что армяне хотят, чтобы мы войну вступали за них, за Турцию. Не надо, ребята, не надо вместо нас. А вот когда вы 6 миллиардов долларов оружия продали, и вы узнали, ваша разведка, что 5 миллиардов Израиль продал, столько миллиардов Турция дал, Украина продал и так далее. На 20 миллиардов они вооружений покупали. Вы не думали, ваши союзники, как он будет защищаться? Вам надо было думать. А ничего не то, что сегодня сказать. Вы знаете, вот вместо вас, мы не говорим вместо нас, мы говорили вам. Если вы продаете, вы говорите, это коммерческие. Да? Дайте нам оружие, противоядие этого оружия. Кредит оформляйте, что хотите, делайте. Но дайте, если мы ваши союзники. А не то, что спустя 20 лет вам скажете, ну извините, армяне предатели, армяне нас оставили, сейчас играют с Западом. Вы-то толкаете армян на это? Или вы не считаете так? Просто забываем то, что мы продали 6 миллиардов долларов оружия. Ну, давно было, забыли уже. Или забываем, что Израиль продал. Забываем, что Украина, Беларусь продал.
Турция и разведка, Чехия продал, Сербию продал и так далее. И разведка российская узнала об этом. Они понимали, что по этой вооружению Армения не может удержаться. Тогда почему вашего союзника не сказали, ребята, сдайте всю эту территорию? Мы ничего не можем делать, вы должны идти на эту уступку. Вы не это делали, не то не делали. Вот, есть мнение, и вы об этом, в принципе, намекнули вы на это, что у России есть надежда, что Азербайджан, может быть, и вступит в некие союзнические отношения с Россией, ну, в ОДКБ, в Евразес там, и так далее. Все-таки считаете, что не вступит ни при каких обстоятельствах? Понимаете, давайте так скажем. Азербайджан – это самостоятельное государство, энергетическим ресурсами, экономическим. Оно нормально себя чувствует. Шейх почему должен пойти под кого-то? Шейх Алиев почему должен лежать под кого-то? Это первое. Второе. Почему вам кажется, что оно, если шел бы на ОТКБ, 3 раза дешевле оружие покупал бы, чем сейчас? Он покупал 3 раза дорого, но не вшел туда. Это второе. Третье, я не считаю. Пусть, если они считают, что уговорят, получится. Пусть попробуют. Дай Бог им здоровья.